Международный фестиваль «Январские музыкальные вечера» более четверти века держит планку одного из самых престижных форумов классического искусства. Каждый январь кумиры высокой музыки открывают для себя новые имена. 2014 год не стал исключением. В течение 4 дней пройдет 8 концертов, на которых гости и жители города смогут услышать лучшие голоса мира и насладиться виртуозным исполнением музыки. На фестивале впервые состоится вечер джазовой музыки, а во главе джаз-исполнителей из США трубач Гарри Гудман. Порадует музыкальных гурманов также органный концерт и традиционный рождественский бал. Всего на 26-м фестивале выступят более 250 артистов. Среди них как мировые знаменитости, так и молодые, подающие надежды музыканты. Пока идет все, так сказать, без срывов. Что будет дальше, посмотрим. Вообще он для меня особенный. Особенно почему? Так получился. Так получилось. Даже я не ожидала, что так получится. Особенно потому, что снова будет звучать высокая музыка, и снова приезжают великие мирового значения артисты. Каждый ее воспринимает по-своему. Кто-то, например, переживает, кто-то задумывается над жизнью, над своей жизнью и так далее. Поэтому каждый по-своему чувствует, но результат один. Мы становимся едиными вот в этот вечер. И настроение единое, и, я думаю, мысли каждой единые. Именно настраиваемся на самые хорошие и прекрасные чувства. Открыла фестиваль увертюра к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Эту известную композицию исполнил Государственный симфонический академический оркестр Беларуси под руководством Александра Анисимова. Уже не первый раз принимает участие в фестивале украинская солистка Соломія Приймак. По признанию оперной дивы, она всегда охотно отзывается на приглашение выступить на январских музыкальных вечерах, поскольку брестский зритель весьма и весьма эмоциональный, яркий и музыкальный. Исходя из таких людей, которых приглашают сюда, это люди, которых я только, это люди легенды, которых я слышала только вот где-то там. Мы все их знаем, они признаны миром, и для меня большая честь стоять с ними на одной сцене, работать в одном концерте. Это, конечно, обогащает меня. Первый фестиваль классической музыки в Бресте состоялся в 1988 году. За более чем четверть века в форуме приняли участие музыканты и вокалисты из 33 стран. На концертах побывало свыше 65 тысяч человек. Это говорит лишь об одном. Настоящую классическую музыку любят, а настоящих артистов ждут.